Я с нашей официальной оппозицией, да и с неофициальной оппозицией, общаюсь постольку поскольку. То есть у меня есть какие-то личные отношения с Борисом Немцовым. Ну, то есть я считаю, что он просто симпатичный парень. Иногда приходит ко мне в гости, иногда мы так встречаемся, выпиваем, закусываем, обсуждаем дела. Вот. Знаю еще некоторых ребят, но я думаю, что проблема с нашей вот всей этой оппозицией, главная и корневая, состоит в том, что среди них нет по-настоящему сильных и по-настоящему таких зажженных людей. У них нет никакой выстраданной страстной позиции. И в результате всего этого, когда вот все так зыбко и непонятно, начинаются всевозможные дрязги, борьба за власть, какие-то интриги и так далее. То есть если все было бы ясно, ну, скажем, как было у большевиков в 1917 году, условно говоря, то я думаю, что они могли бы как-то собраться в кулак и что-то сделать. Поскольку там ничего не ясно, а не ясно в первую очередь потому, что, как пел Высоцкий, настоящих буйных нет, и нет реальных вожаков. Ну что такое Лимонов? Лимонов – это вообще опереточный персонаж. Ну, мне на него просто жалко смотреть, а после того, как он стал катить телеги на бабушку, ну, то есть, я подумал, что все-таки он патологический тип. То есть он про всех своих жен бывших писал гадости, вот, из-за чего я его просто перестал уважать как мужчину. А вот сейчас вот, то есть всерьез писать там про заслуженную бабушку, что она там агент Кремля и раскалывает движение и так далее, каким надо быть придурком? То есть на самом деле жалкий придурок. Боря Немцов, ну, он хороший парень, плейбой, весельчак, там, в принципе, нормальный малый, но доверие к нему, особенно в том, что называется народом, очень мало, потому что все прекрасно знают, что он был человек приближенный. Ну, конечно, не такая гнида, как Касьянов, например, да, который просто, ну вот, как бы не повезло Касьянову, должен был он быть, а вместо него вот Путина сделали, вот, увы и ах. А был бы Касьянов на месте Путина, очень может быть, что он был бы еще хуже, чем Путин. Вот, короче говоря, убедительных личностей там нет, а поскольку все личности такие мелкотравчатые, то им и остается заниматься мелкотравчатыми разборками. Я считаю, у нас единственная убедительная личность и вообще единственный моральный авторитет в стране сейчас, реальный моральный авторитет, это Юра Шевчук. Вот Шевчук, да, к Шевчуку нет претензий. Естественно, он парень непоследовательный, он парень, который может один день одно, другой день другое, вот, якшается иногда с крайне сомнительными личностями и прочее, и прочее. Но, по крайней мере, никто не может обвинить Шевчука в том, что он врет, что он лицемерит и вообще, что у него сердце как бы не в правильном месте бьется, да, вот, и поэтому, как бы, ну, за исключением каких-то уже окончательных ублюдков, там, какие-то эти наши, там, ваши какие-то эти, вот, никто о Шевчуке, на самом деле, плохого слова сказать не может, потому что по чеховскому принципу, кто искренен, тот и прав, вот Шевчук прав, все остальные, они просто не особо искренние и вообще толком не знают, что они хотят для страны, что они хотят для себя, я могу предположить. Славу, почет, там, почетное место на баррикадах и так далее. Вот. А так-то за этим, в общем-то, ничего такого вот родного и полезного для нас, простых ребят, там нет. Вот. Поэтому я, скажем, я прошу себя вообще с оппозицией не ассоциировать. Вот. Мне ближе какие-то абсолютно внесистемные люди. Вот, будь то какие-то экологи, будь то какие-то журналисты отвязные, вот с ними мне по пути, а с политиканами с любой стороны мне не по пути. Я считаю, что сейчас есть вообще несколько тем, которые должны, по идее, волновать всех. К сожалению, тема, ну, которая, скажем, на мой взгляд, является самой актуальной, это тема прав и свободы, она большинством народа не востребована. Просто потому что права и свобода – это такая вещь, которую на кусок хлеба не намажешь, да, и как шубу не наденешь. Вот, поэтому люди как бы на это особого внимания не обращают. Вторая главная тема, для меня, по крайней мере, это тема экологии. Вот опять же, вот прошли вот все эти смог, жара и так далее – как-то люди
немного прибалдели, да? Гром ударил, а мужик перекрестился. Все, сейчас типа жары нет, а наоборот такая как бы жаркая осень, всем приятно и так далее. Все, об экологии опять забыли. А надо понимать, что вообще это наша жизнь, это то, что мы пьем, то, почему мы ходим, то, чем мы дышим и так далее. Это важнейшая вещь. К сожалению, массовое сознание еще этим в достаточной степени не озаботилось. Третья тема, которая на самом деле самая сомнительная, наименее симпатичная, но при этом, как мне представляется, народ коренной больше всего волнует, да, эта тема «понаехали». Надо сказать, что у меня к этому отношение, скажем так, такое неоднозначное. С одной стороны, мне самому не нравится, скажем, то, что происходит в Москве. Когда я иду по Москве, и мне навстречу сплошные ребята явно не здешнего происхождения. Причем они все говорят на своем языке и ходят кучками, и на коренных жителей смотрят не очень доброжелательно, скажем так. Я вижу в этом угрозу для себя, для своих детей и так далее. Мне это нифига не нравится. При том, что я никакой не расист, не националист и так далее. Я просто вижу, что это реальная бытовая проблема, жизненная проблема, с которой надо что-то делать. Я думаю, что так себя чувствует огромное большинство народа, а может быть и вообще даже все люди. То есть я бы хотел посмотреть на всяких таких гиперполиткорректных ребят, которые скажут, что они вот за то, чтобы к нам везли еще больше узбеков, киргизов, таджиков, каких-то там еще, значит, этих самых парней, которые вообще не ассимилируются, которые ходят по нашим городам как голодные волки, от которых там по любой статистике там кто говорит 70, кто 80, а кто и 90% преступности и так далее. Да, это большая проблема. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что это та почва, на которой возникают вещи уж совсем гнусные, то есть национализм, шовинизм, фашизм, вот все это насилие и так далее. Каким образом эту диалектику, как бы это диалектическое противоречие разрешить, я не знаю. Но я думаю, что да, что если найдется такой политик или такая партия, которые смогут как-то как бы не впадая в какую-то озверелость, фашизм, нацизм и так далее, но решить эту проблему и на самом деле сделать жизнь тут как бы более комфортной для тех, кто здесь родился и вырос, вот, я думаю, что эти люди, если они будут достаточно убедительны, они могут иметь бешеный успех.